Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня мы с вами поговорим о новинках каталога номер 3, который действует с 2017 года, с 13.02 по 26.02. Каталог классный, клевый, к нам присоединился Юдашкин, появились мужские плавочки. В каталоге номер 4 вы уже, наверное, все видели, что будет мужские кофты, брюки, одежда, пиджаки и так далее. Компания Faberlic добралась до наших мужчин, и это здорово, это классно. Я буду очень много платьев заказывать, буду снимать обзоры. У меня 44 размер, у моей дочки 16 лет 40 размер, и то, что не подходит дочке, то, что не подошло мне, на мой взгляд, очень понравилось дочке. То есть косметика реально молодежная, реально классная. И прям я бы вам сказала, что если что-то мне не подходит, да, у меня фигура песочные часы, да, и платье прямого силуэта делают меня такой квадратный шкафчиком, да, то на дочке они смотрятся изумительно. И, в принципе, это модели и на женщин большого размера, да, и модели на девчонок совсем худеньких, да. То есть, смотрите, с 40 по 56. То же самое детская одежда, она идет ростовкой, вот будут туфли. Но самое, что ни на есть интересное, очень классная одежда на мальчиков. И вот у меня дочка, ей 3 годика, я ей, конечно, буду много что заказывать вот из этих вот новинок. И смотрите, от 98 сантиметров до 170 сантиметров. То есть у меня дочке идет и женская одежда 40 размера, и детская одежда ростовкой 165, потому что мы 160 ростом, я беру 165, ей нормально, ей невелико. Поэтому я считаю, что это все здорово и классно. Каталог на самом деле шикарный. Вот мне очень понравилась посуда, но на мой вкус немножко темновато. Я люблю узорчики. Будем ждать, может быть, выйдет еще какой-то наборчик. Ну вот эти тарелочки просто супер класс. Вот, значит, продукты здорового питания тоже пополнились. Я пробовала это ризотто. Единственное, что хочу сказать, немножко бессолый супик был. Вот, и поэтому я вот суп-пюре картофельный, мне он очень понравился. И мы его будем брать с собой в поездку на форум Новосибирск, поездку на форум Казань. Очень-очень вкусные супы получились. И вы знаете, еще я, что вам хотела бы рассказать, это то, что вот в каталоге номер 3 будет дариться парфюмерная водичка за заказ от 1999 рублей по цене России. По другим странам обращайтесь в личку. Ссылка на мои страницы ВКонтакте, в Одноклассниках, на мои группы везде. Вы можете посмотреть цены других стран, так как наш проект международный. Мы сотрудничаем с 42 странами мира. И поэтому я думаю, что каждый новичок, который не делал заказов, но зарегистрирован по 26 февраля 2017 года, вот может получить подарок такой вот парфюм, как Валентин Юдашкин, да. То есть мы делаем с вами, регистрируемся, делаем с вами заказ, и за 1 рубль получаем такую вот классную водичку, которая стоит, в принципе, не так и дешево, да. Вот смотрите, 1999 рублей. Аромат классный, идет 65 миллилитров. Я вам хочу сказать, что он мне больше понравился, чем первый аромат Gold. Gold, он такой более сладкий, более насыщенный, более свежий. А вот этот аромат, он идет с тонким зеленым акцентом, отдает легкой нежной горчинкой, да, он совсем другой. И шлейф у него, конечно же, очень романтический, такой нежный, легкий, мягкий. То есть обе водички стоящие и очень интересно раскрываются, да. Сначала аромат один, на следующий день аромат другой. Ароматы оба стойкие, они у меня оба есть. Новички этого каталога будут получать более сладкий аромат, более такой смелый. Новички третьего каталога будут получать уже цветочный аромат с тонким зеленым акцентом. Он идет, на самом деле, мне показался, хотя нету в описании
совершенно нету аромата магнолии, но мне почему-то показалось, что какой-то аромат магнолии. Может быть, вот что ландыш, пион, кувшинка и цикламен как-то вот это вот все сочетает, но мне на самом деле почему-то первый аромат показался такой горчинка, магнолии, а потом уже он раскрылся цветочными нотами для меня, да, вот опять мой нос очень интересно услышал этот аромат. Вот такая вот упаковочка. Значит, парфюм идет 65 миллилитров, артикул 3004. Это идет парфюмерная водичка от Валентина Юдашкина. Вы знаете, коробочка такая же клевая, такая же красивая. Тут идет описание аромата. Да, давайте с вами. Ага, видно меня, но не видно описание. Вот, вот, да. Давайте быстренько сфокусирую. Вот, очень красивая упаковочка. Она шла в пленочке. Пленочку я, конечно же, сняла, чтобы не шебаршать в камеру. Отличный ароматик. Хорошо распыляется. Крышечка хорошо держится. Большой очень аромат. 65 миллилитров. И вот сейчас я опять чувствую вот эту вот свежую, нежную, легкую горчинку. Да, что-то такое вот свежее, такое приятное. Да. Моему мужу она очень понравилась, он сказал, не отдавай ее никому, да, то есть потому что есть ароматы, которые мне нравятся, но я хочу их отдать, потому что они не совсем мои. Я люблю аромат портужур, я люблю аромат платинум от Литвиновой, очень мне понравился, да, этот аромат я сомневалась оставить себе или нет, потому что он очень оригинальный. Муж сказал, мне очень нравится, Анюта, оставь, пожалуйста, конечно же, я буду носить этот аромат на себе с удовольствием, зная, что он, да, зная, что он принесет радость моему мужу. Итак, дальше, о чем мы с вами поговорим сейчас, это вот выпускается такая вот новинка. Это серия Оранжери. Я эту серию очень люблю. И, конечно, крем, во-первых, выпустится крем-масло для тела новый, выпустится гель для душа новый. Смотрите, какие аппетитные цены, да, выпустится дезодорант, антиперспирант. И все это будет с ароматом османтуса и лемонграсса. Что я вам хочу сказать? Очень интересный аромат. Во-первых, вот такое будет мыло. Серию я вам представлю не всю, но все, что мне удалось заказать, я вам, конечно же, сейчас сфокусирую. Мыло для рук 65 миллилитров. Оно идет не увлажняющее, но руки от него не сохнут. Я пару раз им помыла руки, прежде чем вам снимать обзор. Артикул 8654. Яркий аромат, насыщенный. Нежная такая идет от него какая-то вот кислинка, горчинка. Я не могу его тоже описать, очень интересно, да. Это мыло, оно идет с дозатором очень удобным. Давайте с вами еще раз посмотрим. Да, то есть оно идет полностью прозрачное, оно идет густое, оно хорошо пенится. 200 миллилитров, да, номинальный такой объем. Так. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это гель для душа. Он тоже идет 200 миллилитров. Артикул 8650. Тоже такой свежий, приятный, классный, сладкий аромат. Немножечко с кислиночкой. Вот. Он на самом деле мягко очищает. Вся серия, вот вся серия Оранжери, она не сушит мою кожу. Хотя я считаюсь блондинкой, светлокожей. И хочу сказать, что на самом деле... Так, фокусируйся. И хочу сказать, что на самом деле тут такой щадящий очень состав. Вот. И может быть что-то в нем содержится увлажняющее, потому что я не чувствую, что я могу, ну, что у меня кожа пересыхает. Я чувствую, что я могу, да, то есть вот такой вот прозрачный он, густенький, тоже очень хорошо пенится. Вся серия мне нравится. Мне нравится эту серию дарить, потому что всегда приятные ароматы. Крем для рук тоже очень интересный. Тут есть крышечка, да, он открывается, закрывается. Но я открыла так, потому что тут была защитная пленочка. Наносится он легко. Он такой жиденький кремчик. Ой, очень приятный аромат. Такая сладкая нежность. Сладкая нежность, очень такой суперский. Также идет шариковый дезодорант.
этой же серии «Осман Климаграс». Очень, ну, вообще классно, что компания... Ой, как приятно, компания выпускает это серией, да, если и выходит серия, то ее можно собрать в пакетик, да, подарочный, дарить кому-то, еще что-то. Дезодоранты, антиперспиранты этой серии работают хорошо, они со мной справляются, я очень часто везде езжу, и, вы знаете, не было нареканий к этим антиперспирантам, и в поезде полутора суток, и всяко, да, то есть вот последний раз мы ездили в Шри-Ланку, там это экватор, это жара, это бесконечно мы потели, потому что вот особенно первый день, первые два дня, я бы даже сказала, была такая жуткая акклиматизация, у нас просто ручьем бежал пот. Да, то есть мы уехали, когда уже все ходили в теплых курточках, в мехах, там во всем, да, и приехали в жару, где плюс 30. Конечно же, организм тяжело адаптировался. Тут написано «защита 48 часов». Да, столько долго мне там не приходилось не мыться, потому что мы мылись по 3-4 раза в день. Мы купались в океане, мы купались в бассейне, мы спасались от жары. И, конечно, я не могу сказать, что этот дезодорант прям ровно 48 часов помогает, потому что 2 дня не мыться я не могу. Вот, да, артикул 86-55, но вот полутора суток он точно справился. Еще я вам хочу сказать, что мы из Шри-Ланки ехали, когда в свой поселочек в Мурыгино, у нас заняла дорога 20 с лишним часов. Вот 20 часов он точно справился. По-моему, даже 26 часов он точно справился. И справился на ура. И от меня не было ни запашинки, ничего. Да, я спокойно приехала, сходила в душ и легла спать. Вот поэтому сейчас появилась «Роза и сандал» серия и «Османтус» и «Лемонграсс». Да, вот, и вот такие вот дезодоранты, антиперспиранты идут. Замечательные, реально замечательные. Чем они мне еще нравятся? Тем, что они, вот на самом деле, они, вот аромат такой, яркое сочетание, но они вот не оставляют белых пятен на одежде, да, и гарантируют, на самом деле, гарантируют и выполняют это, да, то есть свежесть, комфорт весь день мне очень-очень нравится. Я бы не сказала, что они, конечно, быстро сохнут. Они сохнут долго, не мгновенно, вот, и это, конечно, да, факт, что нужно немножечко там минуты 4, как минимум, подождать, прежде чем одевать одежду. Да, они не так быстро высыхают. Да, и следующая серия «Роза и сандал». Я немножко была удивлена, потому что аромат у геля для душа легкий, сладкий, приятный. Да. Да, чистая такая нежная сладость, очень вкусно пахнет, очень классно пахнет. Артикул у него 86-40, 200 мл объем. Нареканий никаких нет, тоже кожу не сушит, но в принципе такая же вся серия. Мыло для рук точно так же очень вкусно пахнет, есть дозатор. Артикул 86-44, тоже все здорово и классно, но почему-то мыло этой серии мне пахнет чем-то кисленьким. Ой, это я помада. Это помада. Да, пахнет чем-то кисленьким, таким свеженьким. И мне не совсем понятно, почему так. Да, мыло 65 грамм. Артикул мыла идет 86-46. Приятный очень аромат, но чем-то пахнет кисленьким. И вот «Османтус» и «Лемонграсс» мыло, оно тоже идет 65 грамм. Артикул 86-56, тоже есть какая-то кислинка. Мыло довольно-таки твердое, да, вот видите, вот оно, оно ломается, да, оно ломается. Это не крем-мыло, это обычное мыло. Что еще хочется сказать про это мыло? Почему-то оба мыла с какой-то кислинкой, хотя в геле для душа этого нет. Ни в геле для душа, ни в креме для рук, ни в чем этого нету и... Как-то удивительно. А вот крем для тела, я его, конечно же, открыла, наносила немножечко на ножки, на все. И хочу сказать, что он наносится хорошо, он не липнет, он очень хорошо идет по коже, распределяется. Очень такое плотное, видите, какое у него плотное нанесение. Он экономный, вот это очень хорошо, что он экономный. Он впитывается хорошо, он не оставляет липкости, да, вот у нас был крем...
какой-то, вот забыла название. Он на самом деле лип, и кожа от него липла. Но у него почему-то есть какой-то горький привкус. Немножечко горчинки, но не то, что он как будто бы не свежий. Нет, от него вот на самом деле что-то вот присутствует, еще какая-то горчинка такая, в которой нету в геле для душа и нету в мыле, да, в мыле кислинка, а вот тут горчинка. Но тоже сладкий, приятный, нежный аромат, но вот первое впечатление, какая-то немножечко есть горчинка. Это крем-масло, оно идет с комфортной текстурой, моментально впитывается в кожу и интенсивно питает ее. Кожа становится гладкой, мягкой, изысканной. Аромат сандала и розовых лепестков дарит положительные эмоции, уводя в мир вечно цветущей красоты. Оно идет 200 мл, артикул 8642. Я вам хочу сказать, что его надолго хватит, потому что оно плотное, оно хорошо наносится, и если его наносить на слегка влажное тело, оно распределяется мгновенно, да, и впитывается мгновенно. И я думаю, что его на самом деле очень надолго хватит, потому что, ну, мне хватило надолго. Да, то есть я немножечко взяла вот так на пальчик, да, на ручку, и мне хватило на обе ноги, да, то есть распределила по рукам и на, прям на обе ноги, и вообще здорово, классно. Потом также опять немножечко взяла, опять на тело. Ну, как бы, мне кажется, что он будет очень даже чересчур экономный, потому что он легко распределяется, но он такой плотненький, да, плотненький. Нужно будет подождать, пока он впитается, то есть нанесли на себя все после душа, я так понимаю. Не надевайте халат, останьтесь в полотенце, так походите минут 5-10 после ванной. А далее, что бы мне вам хотелось показать, это вот такая вот новая серия. Обалденный, яркий, сладкий, приятный такой благородный аромат. Очень-очень понравилось. Из этой серии мне досталось не все. Мне досталось только три новинки. Это, во-первых, питательная сыворотка для всех типов волос. Она мне не досталась. Сейчас посмотрим. Да, то есть мне досталось 82-15, вот как раз эта сыворотка, а питательный двухфазный спрей для всех типов волос я не успела купить, его уже не было на складе. Вот, вот что я могу сказать про эту сыворотку. Она идет очень интересная. Сначала я расстроилась, я думала, это что-то типа масла, и потом после него придется мыть голову, да, потому что смотрите, какое идет нанесение, да, вот оно с дозатором, да, видите? Такая вот она жиденькая, яркий, обалденный, классный аромат. Я не любительница сладкого, но тут есть какой-то такой вот подтончик, который, ну, просто меня покорил. Женская такая, да, сыворотка питательная. Я нанесла на волосы, и, конечно же, как? Я нанесла 3 раза, нажала на дозатор, нанесла на ладошку, вот так вот по ладоням распределила, и тихонечко начала наносить на кончики волос глубже. Потом подошла к зеркалу. Мне показалось, что волосы слиплись, да, что это как будто бы какое-то масло. Но буквально через минуту, когда я расчесала волосы, ничего этого не было. Волосы приобрели такой, знаете, блеск приобрели, и очень даже интересно. Их можно наносить на влажные, на сырые волосы. Оно не требует смывания. И вот тут вот, в принципе, давайте я вам сфокусирую способ применения. Тоже очень интересный. То есть можно его наносить на влажные волосы перед сушкой и укладкой, на основную длину волос и кончики. На сухие волосы в качестве финального ухода на основную длину волос и кончики. Также на кончики волос для борьбы с сечением. На всю длину волос за 10 минут до мытья головы для интенсивного воздействия. То есть если вы на всю длину волос нанесете, то его нужно будет смыть. И также можно добавлять 2-3 капли сыворотки в шампунь, бальзам для усиления действия. То есть очень такая штучка классная. Я нанесла вот 3 раза на ладошке, размазала, по волосикам разнесла, и я вам хочу сказать, что голову мыть не обязательно. После этого волосы нормально рассыпчатые все остались. Вот, значит, тут идет
применение. Что она делает? Она придает мягкость, эластичность, совершенное сияние, не утяжеляет. Да, все так и есть. На самом деле не утяжеляет. На самом деле реанимирует секущиеся кончики. Волосы после мытья выглядят намного так это приятнее, ухоженнее. Да, вот кто любит сушить волосы феном, да, с расческой, то я думаю, для волос это будет дополнительным спасением. Да. Что еще? Я помыла голову также новым питательным шампунем для всех типов волос. Обалденный, яркий, насыщенный аромат. Я такие ароматы люблю. Я не люблю ароматы яблок, там, малины, еще чего-то. Но мне очень нравятся такие вот женские, классные такие ароматы. Я вам хочу сказать, что волосики... Этот шампунь ничем не хуже, чем эксперт, и даже чем-то лучше. Мой фаворит это... Эксперт вот этот вот. Я его беру с собой во все поездки. Почему? Потому что он идет два в одном, кондиционирующий шампунь. Он мне очень нравится, пользуюсь им давно. Вот на него аннотация. Это не новинка, да, артикул 8988. Он идет 250 мл, очень удобно. Вот давайте я вам сфокусирую. Да, вот, значит, это мой фаворит. Это мой любимый шампунь, который я постоянно заказываю. А вот этот шампунь я попробовала одна, единожды. И я вам хочу сказать, что он на самом деле классный, яркий аромат. Он содержит, написано, что ценные масла в нем идут. И, конечно, он придает... роскошную мягкость и шелковистость, и не утяжеляет. На самом деле так оно и есть. Очень приятный аромат, очень классный аромат, очень такой насыщенный. И волосы на самом деле прямо такие рассыпаются по плечам, такие хорошенькие, свеженькие, приятненькие. Да, и, конечно, серии шампуней нужно менять. Я с удовольствием ими буду пользоваться и с удовольствием буду их дарить, если честно, потому что, мне кажется, они много кому понравятся. У меня волос тонкий свой, необъемный, немножечко вьется. И вот для меня это вообще, да, то есть, когда у меня волосы давным-давно перестали виться из-за того, что я их постоянно крашу, обесвечиваю, делаю милирование, после эксперта у меня начали появляться свои жизненные кудряшки, мне это очень понравилось. Так вот, после этого шампуня тоже, он не только дарит волосам какую-то вот мягкость, да, волосы не только вот блестят так красиво, здорово, но они еще и начинают виться прямо сырыми, да, вот природные завитушки возвращаются. Также я попользовалась питательным бальзамом для всех типов волос. А, да, то есть, на самом деле, хороший бальзам, классный, пахнет очень вкусно, очень-очень вкусно. Муж ко мне зашел в комнату, чем у тебя пахнет так приятно. А дочка зашла в комнату, мам, чем ты мылась так здорово, вкусно пахнет. То есть, вот эти вот два, я думаю, они понравятся всем, да, вот этот шампунь и питательный бальзам. Масочка, к сожалению, мне не досталась, новинка. Вот, значит, такой вот идет бальзамчик для всех типов волос, тоже с ценными маслами. Давайте я вам сфокусирую. Да, тоже идет с ценными маслами. Хорошо, на мой взгляд, очень хорошо. Способ применения – нанести бальзам на влажные волосы на 1-2 минуты, затем тщательно смыть водой. Вот. Артикул у него 8211, он мне очень понравился, но я им, видите, я им попользовалась, но я им попользовалась один раз. Вот он очень густой, да, вот видите, такой вот. Такой вот бальзамчик. Густенький такой, да, приятненький. Его, мне кажется, хватит надолго. Вот если им пользоваться, да, в паре, то шампуня надо 2, бальзам надо 1. Это, конечно, 100% уже. Шампунь у нас... идет прозрачный, желтоватый, да, ну, обалденный, просто обалденный аромат, хорошо, кстати, пенится очень, шампунь 8210 артикул, новой серии я очень довольна, и волосы на самом деле хорошо выглядят, но, конечно, после первого применения голова не чешется, ничего, в принципе, здорово, классно, и все такое прочее. Следующую новинку, которую мне вам хотелось рассказать, это парфюмированный дезодорант, спрей 8 элемент, ой, извините, шампунь и гель для душа 2 в 1, 8 элемент спорт. Во-первых, он идет 250 мл, во-вторых, можно мыть и голову, и мыться самому, то есть в поездку здорово его брать, да, вот он такой большой, красивый. Дальше, значит, он превосходно очищает волосы и кожу, заряжает бодростью, подходит для ежедневного ухода.
Очень-очень насыщенный аромат, прямо очень. Он очень резко пахнет, такой вот он идет, беленький, жиденький, хорошо очень пенится. И аромат прям вот почти что один в один, да, то есть идет свежий цитрусово-пряный аромат, да, вот на самом деле вот он такой и есть. Пахнет вкусно, 81-37 артикул. На самом деле, вот прямо в нос этот аромат бьет, и в ванной после него очень долго аромат держится. Очень долго, да. Вот я пока мылась, мыла голову, да, вот этими новыми шампунями. Муж мылся до меня вот этим делом, да. Я выходила из ванной, я чувствовала этот аромат. Очень стойкий аромат. И, конечно, приятно, что это шампунь и гель для душа 2 в 1. Вот, в поездку брать очень удобно, да, опять-таки. Давайте я вам сфокусирую. Вот так вот медленно. Тут вот есть состав. Да, есть срок годности. Артикул, ГОСТ. 250 миллилитров. Да, вот в принципе все есть. Далее. Давайте пойдемте с вами далее. Смотреть на следующие новинки. В принципе, очень понравился мне аромат, но очень сильный, очень прямо сильный, такой насыщенный, прямо такой крутой. Следующие новинки, это 3 новинки из серии Secret Story, наши лаки, артикул 7405 престижный бежевый, артикул 7406 эксклюзивный шоколадный и артикул 7407 величественный розовый. Извините, заговариваюсь. Я их хотела бы нанести вот на такие вот штучки, да, как их называют. Да, вот такой вот оттеночек. Это у нас с вами идет оттеночек 7407. Да, вот смотрите. Давайте с вами попробуем нанести. Кисточка широкая, удобная. Ну, знаете, прям очень хорошее нанесение. С первого раза плотные. Вот это радует. Ну, Lucky Secret Story, это, конечно, наша гордость, наша люксовая серия. Да, видите? Такой вот. Такой красавчик. Да, такие маленькие микро-микро блесточки видны. В принципе, нежный такой оттеночек, хорошенький, да? Видите, блесточки такие идут. Следующий оттеночек, это 7405. Давайте его с вами попробуем. Так, 7405, это у нас с вами 74, престижный бежевый. Угу. Тоже так вот наносится классно. Ой, ой, ляпнула мимо. Но я это все делаю на весу, поэтому строго не судите. Самое главное — передать цвет. Да, вот он такой красивый. Давайте с вами еще, знаете, что посмотрим. 7405, как он передан в каталоге. Да, вот видите, практически совпадает. Здорово. Да, ну, почти. Да, почти. Здорово. Передали цвет. Хорошо. И следующий оттеночек, это идет эксклюзивный шоколадный. Так, забыла сказать артикул. 7406. Давайте возьмем с вами. Ну, этот вот уже не такое плотное нанесение, как бы нам хотелось. Его надо будет в несколько слоев наносить. Вот это вот в один слой. Да, видите? И сейчас давайте нанесем с вами второй слой. Ну, то есть наносите один слой, ждете, пока высохнет. И потом уже второй слой. То есть первый слой у вас будет слегка просвечивать. Он такой идет глянец. Да, блестящий такой. Ну, чисто шоколад, да? Чисто шоколад. Давайте сравним. Оттенки очень хорошо переданы. Да, видите? Прям безумно классно.
Я думаю, что оттеночки, ну, такие, они идут более нюдовые, да, более такие интересные. Итак, дальше, о чем мы с вами поговорим, это о новинке. Опять-таки, еще одна новинка, это лак. Тоже лак, но он у нас с вами идет вот такой вот лак. Это идет, так, минуточку, это идет матовое покрытие Unilex деловой маникюр. Одновременно питает, восстанавливает, делает ногти гладкими, сияющими и придает натуральный, естественный, красивый оттенок. Подходит как женщинам, так и мужчинам. Вот даже как. Да, артикул у него идет 74-35. Давайте с вами посмотрим его. Да, такой вот он интересный. Давайте попробуем нанести. Мне интересно, как он будет на лаке. Ну, то есть вот такое вот матовое покрытие. Ну, бесцветный. Чуть-чуть придает цвета. Немножечко совсем. Так, 74-35. Угу. Вот такой вот. Все равно чуть-чуть поблескивает. Давайте его нанесем на что-то. На этот вот, на самый блестящий. Чтобы было видно, как он наносится, да, как он цвет. Цвет он вообще сильно, да, видите, перекрывает. Он пигментированный. Очень такой. Кисточка широкая, классная. Ну, очень хорошо, что компания Faberlic выпускает очень много укрепляющих лаков. Они на самом деле укрепляют, они на самом деле классные, на самом деле хорошие. Сейчас подождем, он высохнет. Значит, матовое покрытие деловой маникюр 9 мл. Подходит как женщинам, так и мужчинам. Да, вот смотрите. Что-то как-то, да, все равно поблескивает. Не очень-то матовое. Ну вот, значит, но делает ногти гладкими, сияющими и придает натуральный, естественный, красивый оттенок. Вот, далее с вами пойдем. И я вам хочу очень-очень вас порадовать такой классной, клевой новинкой. Я просто без ума счастлива. Потому что у нас с вами раньше, помните, была Сингара. Была Сингарой, она сейчас идет на перевыпуске. И вот в серии Platinum появилась активная вода для лица. И мне кажется, что это она. Что вот это она перевыпущена. Или она очень похожа по действию. Потому что, когда я ее открыла, да, побулькала немножечко, пораспыляла, я поняла, что она очень похожа по действию. Да, вот ощущение кожи, вот ощущение кожи лица, всего, вот, по-моему, это она. Я ее с собой обязательно возьму в поездку. И вот эта активная вода для лица, она идет 40 мл. Отличный, сладкий, классный аромат, который вторит серии Platinum. Артикул у нее 0,332. Ее можно распылять на очищенную кожу лица. И при необходимости можно наносить в течение дня прямо поверх макияжа. Что делает эта водичка? Да, вот смотрите. Она содержит чистую ледниковую воду, обогащенную минералами. Увлажняет, освежает кожу, восстанавливает естественные механизмы водного баланса, стимулирует насыщение клеток кислородом благодаря комплексу NovaFTMO2. То есть вот эта вот водичка, а раньше от Сингары была такая же водичка, абсолютно с таким же действием. Вот мне кажется, что это она, и я очень рада. Я всегда ту водичку брала во все поездки, во все, конечно же, она у меня закончилась на Шри-Ланке, так как в Шри-Ланке была жара очень сильная, и я вам хочу сказать, что прям невозможная, и я все время ее наносила, чтобы кожа моя не увяла. А вот сейчас такое и радость, и разочарование два в одном, потому что выпущены новые альгинантные маски, это тонизирующие, увлажняющая и антивозрастная. Все три маски, я точно знаю, что работают очень хорошо. Артикул тонизирующий 1045. Она оказывает восстанавливающее противовоспалительное действие, успокаивает раздраженную кожу. Увлажняющая регенерирует
делает регенерирующий и антиоксидантный эффект, стимулирует кровообращение питает, увлажняет кожу, артикул 1046. Антивозрастная, повышает выработку коллагена, питает, увлажняет и регенерирует кожу, стимулирует жизнедеятельность клеток. Вот такие вот они, три штучки. Я, конечно, ожидала, что они придут в тубе, и мы будем наносить, и потом наносить спрей-активатор. Но их нужно наносить вручную, наводить, то есть вручную, простите. Да, вот смотрите, то есть вот такая вот аннотация. Вот такая вот инструкция, то есть мы ее разводим водичкой, желательно питьевой, и потом быстренько наносим, пока она не сцепилась. На два раза наносить нельзя, и рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю. У нас они уже такие были, я их пробовала, мне не очень нравились, и, конечно, вернемся на круги своя. И, конечно, да, альгинантные маски, это супер, это классно, это здорово, но хотелось бы их, конечно, в тубе. Но я думаю, ничего страшного в этом нет. Будем вспоминать, как мы это делали. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это зубная паста новая. Она идет такая, очень даже мятная, очень-очень. Беленькая обычная зубная паста, да, тут тоже защитное покрытие, такая густенькая, она идет не концентрированная, но в принципе, вот вся марка Expert Pharma от Faberlic, это вещь классная, это вещь хорошая, которая очень здорово работает. Я очень люблю зубную пасту, которая убирает чувствительность зубов, и вы знаете, я ее беру во все поездки с собой, и все, да, то есть для чувствительных зубов она работает здорово, классно, и зубки после нее, вот если где-то померзли, или вы там съели конфету, у вас там, да, не дай бог, в зубе дырочка, да, я даже практиковала, что я ложила зубную пасту прямо на зуб, и у меня мгновенно все это дело проходило, и я довольна. Так вот, эта зубная паста, она новинка, она эффективно бережно очищает зубы от налета и подавляет образование зубного камня благодаря инновационным очищающим комплексам, да, то есть она образует на поверхности зубов пленку, вот смотрите, где я читаю, да, которая удерживает на эмали активные вещества и увеличивает продолжительность их действия, таким образом препятствуя образованию зубного налета и камня. Далее, значит, предотвращает образование мягкого зубного налета в твердый и оказывает антикариозные действия, а также способствует реминерализации зубной эмали, то есть может немножко восстанавливать. Но в Офтемо 2 эта вещь классная, она улучшает кровоснабжение десен, предупреждает развитие воспалительных явлений в полости рта и укрепляет и защищает десны. Эффективность подтверждена клиническими испытаниями и патентами Faberlic. То есть это патенты Faberlic, то есть такой зубной пасты в магазине вы точно не найдете. Да, ну и способ применения чистить 2 минуты утром вечером, да. То есть артикул у новинки, значит, она идет 75 миллилитров, да, то есть она большая. И она, так, артикул, вот артикул, большими красными, да, большой красной полосочкой, 16,59 у нее. Очень такая мятная сильно, очень такая, да, хорошенькая, да, паста, и такой у нас не было. Следующее — это бальзам лечебные травы, тоже очень интересный. А способ применения тут тоже, я с ним немножечко не соглашусь, потому что тут написано налить в крышку, ничем не разбавляя. Да, то есть таким вот образом налить в крышку, ничем не разбавляя, прополоскать рот, и все у вас будет хорошо. Так вот, у меня чуть глаза не выпали. Она очень сильно мятная, и все равно ее нужно или разводить, или не так, как я, вот, да, пол колпачка прямо в рот, и она очень мятная, очень классная, и ощущение свежести у меня до сих пор, хотя я и пользовалась, может быть, часа 2, да, то есть это ополаскиватель для полости рта, кислородный, профилактический для всей семьи, он содержит зверобой, ромашку и иван-чай. Вот, так как воспалительных процессов у меня нету, и я ей пополоскала рот всего лишь 1 раз перед тем, как снимать видео, я хочу сказать, что
Просто тут указано, что оно обеспечивает профилактическую защиту от кариеса и надолго освежает дыхание. Вот оно на самом деле надолго освежает дыхание, на очень долго. У меня во рту до сих пор очень приятный привкус. Вот это мне очень понравилось. Но она, конечно, у нее очень насыщенный вкус. Травами отдает, но очень-очень какой-то такой минимум, да, то есть она такая мятная. Вот, свежесть дыхания, очень сильная свежесть дыхания, и, конечно, очень приятно, что и защита от кариеса, и забота о деснах, и свежесть дыхания, да, забота о деснах. То есть все вместе, это тоже здорово. И следующее, очень ждет племянница, очень ждет, и прям вчера ко мне прибегала тетя Аня, когда ты мне дашь, я говорю, Юлечка, вот я сниму обзор и тебе обязательно отдам. Это такие вот спреи для тела, она их уже на себя наносила, она их понюхала, она их уже говорит, какой ей больше нравится, какой меньше нравится. Конечно же, ей больше всех понравился абрикос, яблоко. Ягодки, она говорит, тоже вкусно. Они идут, как вы видите, с блесточками, такие спрейчики, да. Эти три спрейчика, они не только идут как аромат, они еще ухаживают за телом и идут с блестками, да, то есть для маленьких модниц и увлажнение кожи, да, и способ применения перед нанесением нужно хорошо встряхнуть. То есть тут зеленоватые блесточки, да, как вы видите, тут такие с желтинкой блесточки, и тут тоже с желтинкой. Может, тут тоже желтенькие, но просто на фоне зеленого кажутся зелеными. Очень такие классные насыщенные ароматы. Мне больше всех, мне лично понравился вот абрикосик или персик. Так, я не поняла, да? Яблоко, абрикос и тутти-фрутти. Ну вот тутти-фрутти тоже очень вкусно, но вот этот вот абрикосик, ну прям обалдеть. Мне сначала показалось, что он пахнет бананчиком, но потом нет, это все-таки абрикосик. Да, абрикосик. Классный такой насыщенный аромат, но в нос не бьет. Да, то есть компания Фаберлик понимает, что это детям. В нос не бьет. Давайте с вами пораспыляем. Сейчас немножко подсохнет. Ой, ну как вкусно, как классно. Да, вот такая вот освежающая водичка с блестками. Очень здорово, что компания Фаберлик не забывает про наших юных модниц, что им нравится за собой ухаживать, что они себя любят, не забывают про это, да. И, конечно, следующее, что бы мне вам хотелось показать, давайте, вот они, видите, начали высыхать, и вот такой вот легкий-легкий блеск, да, то есть не сильный, не вульгарный, совсем чуть-чуть, совсем немножечко. Следующее, это бальзамчики новинки. Классные-классные новинки. Мне не понравились тем, что они на самом деле ухаживают и имеют легкие оттеночки, да. То есть давайте с вами посмотрим. Это бальзамы для губ. Они имеют легкие оттенки на губах. Но вот на руку, когда я их наносила, да, мне показалось, что их практически нету. Да, они больше, они идут ухаживающие. Да, вот, давайте посмотрим. То есть цвета практически нет, но на губах чуть-чуть что-то есть. Да, губы цвет меняют. То есть если персиковый, то персиковый. На губах они лежат здорово, классно. Мне понравилось. Мягкие, приятные, безвкусные, но с очень таким ярким ароматом, я бы сказала. Пока больше ничего не могу сказать об этих бальзамчиках. Единственное, что хочу сказать, что кожа губ на самом деле такая увлажнилась, стала лучше, приятнее и вкусно, да, очень такой приятный ароматик у них. Вот, значит, у них артикулы 44 120, 441 22 и 441 21. Вот. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это наши помады и тени. Давайте начнем с теней. Вот такая вот новинка. Ну, во-первых, тут огромное зеркало классное, да, как вы видите. Очень такое большое. Им удобно. Вот такой вот спонжик. Да, вот такой вот спонжик. Потом, значит, идет такой вот, такие вот сами тени. Да, красивые. Давайте с вами посмотрим.
Очень интересные оттенки, пигментированные, яркие, насыщенные. Тени мне понравились. Яркого макияжа с ними не получится. И также помады. Помады тоже новинки. Цвета 44-041. Такой вот оттенок. Да, видите? Очень. Оно идет еще увлажняющие эти помадки из линии Secret Story. Потом, значит, 44-039 идет помадка. Это мой оттеночек. Я довольна, что я его заказала. Плотное такое нанесение. Потом, значит, идет оттеночек также Secret Story 44038. Вот это очень мой. Это оттенок на каждый день. Смотрится здорово, смотрится классно. Очень хорошо ложится. Яркое такое, насыщенное, пигментированный такой цвет. То есть в один слой будет уже хорошо. И вот это вот чуть-чуть поярче, чем вот этот, да, это артикул 44042. То есть вот этими тремя помадами я буду пользоваться с удовольствием. Они мне все подошли, а вот это вот слишком яркое для меня. Я более холодного типа женщина, и мне идут такие вот оттеночки, потому что я люблю выделять глаза. Если выделять губы, то глаза уже не надо выделять, а я считаю, что у меня именно глаза мне нужно выделять, да, то есть вот. Смотрите, как матовый оттенок высох, кстати, да, вот этот вот, помните, мы с вами смотрели, то есть он стал на самом деле матовым, блески прекратились, и получается такой вот матовый оттеночек, да, это мы с вами говорили про 74-35, про укреплялочку матовую, которая подходит и мужчинам, и женщинам. Ну что ж, дорогие коллеги, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду рада вам снимать новинки от Ахмадулиной. Спасибо вам за внимание. Кому понравилось видео, напишите, что вы себе бы хотели заказать. Новинки мне понравились все. Все до единой, и даже парфюм. Очень такой свежий, приятный, нежный аромат. И мне очень нравится, что новички его получат в подарок. Всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео.